Я вам уже говорил про подарок на день рождения? Говорил, но всего лишь 1000 раз. Роботозой Т-300, радиоуправляемый, с мегазрением. Я очень его хочу. Выключи все осветительные приборы в комнате. Все завтра. Спокойной ночи, Тим-Тимыч. Помоги папе найти коробку с роботом в темноте. Вот это здоровский подарок! А мы вот Тим-Тимычу ничего не приготовили. Друзья называется. Ну и как эта штука работает? Ага, теперь оглядимся. Так, вперед. А как он видит то, что видит робот? Очень просто. Глаз робота – это видеокамера. Робот передает видеозапись на экран. Ну, в общем, все как в обычном телевизоре. Класс! Роботы еще не то могут. Роботу-подводнику собрать 5 золотых монет на дне. Давай же, поворачиваемся. Что это было? Я тут, вот. Ты с ним играл, да? Думаешь, он заметит? У тебя есть время до утра. Я иду спать. Я его починю. Честное слово, починю. Помоги папе. Робот. Сами не справимся. Помоги фиксикам решить, как поступить. Да! Помоги Симке найти остальных фиксиков
чтобы починить робота. Электронную схему робота. Слушай, Дим Димыч, я тут твоего робота, сломал. Как? Он же работает! Смотри! Все-таки ты его починил. Когда я вчера заснул, он не работал. А, ты хочешь сказать, что он сам починился? Шутник. Огромное вам спасибо! А нам спасибо! Так это вы починили!